Здравствуйте! Сегодня на обзоре Extension Battery Case 18650 от Nightcore. Новинка осени 2023 года представляет из себя портативный батарейный бокс для увеличения емкости аккумуляторов налобных фонарей Nightcore. Конструктивно прочный бокс оснащен откидной прозрачной крышкой из прочного поликарбоната, которая при помощи гидрозащитной резинки обеспечивает полную изоляцию от влаги, пыли и воды съемного аккумулятора типа размера 18650, который в свою очередь вставляется в специальное гнездо с подпружиненной контактной группой, которая еще и уберегает батарею от внешней тряски и даже ударов. Этот же бокс с обратной стороны имеет крепление на налобную повязку фонаря в зоне затылка человека. Соответственно, боковой провод огибает голову и подключается через USB-C разъем со страхующей клипсой к фонарю. В наборе также идет еще одна специальная клипса в аккурат по ширине налобной повязки, которая удерживает еще и центр провода, то есть образует третью точку крепления. Конечно же, этот бокс можно использовать отдельно от налобника и запитать им прочие фонари, экшн-камеры, наушники, смарт-часы и прочие полезные гаджеты. Интересно, что через этот же встроенный кабель можно пустить энергию еще и в обратном направлении и быстро подзарядить наш аккумулятор 18650 от того же пауэрбанка или через сетевой адаптер от розетки 220 вольт. При этом процессы зарядки и разрядки будет сопровождать встроенный под защитной крышкой световой индикатор синего свечения. Там же можно активировать красный сигнальный маяк, что будет крайне полезно, например, во время движения в составе туристической группы в ночное время суток, в тумане, либо прочих сложных условиях похода. Все процессы активируются и переключаются при помощи мультисистемной кнопки, расположенной в верхней части бокса, которой можно пользоваться, не снимая фонарь с головы.